меня нехорошее чувство. По-моему, наша почта как всегда. О, окей. Все будет окей. Тоже прикол от Дисуна. Не, ну тип упаковки остался тот же, но куда-то делся лейбл Дисун. Раньше тут была надпись. Коробочку не попортили. Ладно. Вот мы и видим, что в посылке был BV7000. Причем приписка 4G. То есть, что типа бывает уже и не 4G. Оригинально. 2 гига плюс 16 гигов. Процессор 6737T на 1,5 ГГц. Экран 5 дюймов. Вот что гласит наклейка. Собранный 16 мая 2017 года. В принципе, свежачок. Что мы еще найдем на коробке? Ну, то, что операционка Android. Экран Full HD. Есть видеоплеер. Камеры 8 и 13. Так. А процессор здесь заявлен не тот. То есть коробка это унифицированная или просто бред и опечатка. Ну, ладно. Я думаю, опечатка, надо производителю сказать, чтобы обратили внимание. Ладно, не важно. Едем дальше. Эти вытаскиваем. Ну, как и в прошлый раз, эта коробка не способна перенести нашу почту. Вот, выбиты торцы сверху и снизу. Соответственно, они валяются внутри. Где-то. Вон он валяется, короче. Фиг с ним. Ладно, ну комплект, как всегда. Зарядка. Обычная на 2 ампера. Слава богу. Кабель OTG. Кстати, как бы кто ни ругался, качество хорошее. Тут многие ругаются. Нет, вы не правы. Нормальное качество. Наушники, которые, как всегда, не способны ничего сделать. И провод. Провод, наверное, это единственное, что я отсюда возьму. Посмотрим, что у нас еще есть тут. Скрепочка, как всегда, закреплена. Макулатура. Запасная кнопка. Ой, кнопка, не кнопка, а затычка от сим-карты слота. И пленочка запасная. Ладно. Как я уже говорил, мне здесь ничего не надо. Это все убираем. Сейчас будем немножечко изучать аппарат. Саму эту всю макулатуру убираем далеко. Но нам в ближайшее время не надо. Ну что, визуально. На этот раз он у меня пришел такой темный асфальт, серенький. И мои номера уже затерты, капец. От того, как он ерзал в коробке, уже затерлись и мои номера. Но это лишний намек, что пора бы их отсюда. Нафиг. Не красят они аппарат. Не красят. Надо их. Блин. Переклеить на коробочку. Вот. То есть дизайн все тот же. Крепить бейджик как некуда было, так и некуда. Глазок камеры как пачкался, так и пачкается. Пленочка на экране есть. И чувствуется, что его для меня проверили. Здесь в отпечатках пальцев. Включается, значит заряжен. Это уже хорошо. Ну, правда, включил я случайно.
Хотел бы сначала сим-карту вставить. Ну ладно, включается, так включается. Да что ж ты. Так, ребята, вообще в ту сторону засунули-то. Ну да. Так, сим-карты. Здесь у нас сим-2. В моем случае теле-2, как ребенок научил. Он же говорит с цифрой 2, значит теле-2. Ну и оставшаяся симка идет в слот сим-1 с переходником, потому что там уже не нано, а микро. Такое вот сочетание. Вторая симка нано, первая микро. Запихиваем. Закрываем. Да не брыкайся ты. Я просто крышку закрываю. Уже брыкается, блин. Ну вот. Сим-1. МТС будет красным. Теле-2. Индиго. Язык. Оригинально. Ладно. То есть сначала придется к Wi-Fi подрубиться. Языка русского изначально нет. Ищем свой язык. В этой версии Android его еще надо добавить. Угу. Вот так это делается. Ну да. Ну, смотрим он. Сразу вот доказательство, что процессор 6737, но уже семерка на борту. Ну, в общем-то, вот все, что я хотел. Теперь проверяем камеру, что меня на самом деле интересует больше, чем все остальное. Ну, в общем, хорошая камера. Так, фронталка. Ну, тоже очень хорошая. Так, настройки. Так, не пойдет. Так, настройки. Так, я чувствую, что опять качество будет не бележачего. Нужно закачивать стороннюю камеру. Точно.
Ну, значит, запоминаем народ. Хорошо в этом телефоне пишет только open камера. Фонарик. Ну, в принципе, как и был. Диод опять же один. Хотя на рендерах рекламных было два. Я не хотел. Простите. Вон видно, что диодик один. За это инфу. Можно сказать, обманщики. Так, ну ладно. Короткой строкой, потом приступлю к изучению. Напоминаю, это как бы только... Опа. Только распаковка. Ланчер, как всегда, который нужно менять. Камеры работают. Понятно. Ну, компас вроде как ожил, но какой-то медленный. Надо будет калибровать подальше от техники. Видимо, живее будет. Так, что еще? Play Market в наличии. На борту семерка. Звонилка не будет крашиться, если у вас нормально все с контактами. Телефоны сейчас сюда поставятся. После того, как я введу параметры аккаунта. Неужели вспомнил? Уже сразу что-то качаться начало. Прикольно. Ну и, в общем-то, сейчас поставлю программку, ради которой это все мутатень идет. Напоминаю, это версия этого аппарата с NFC. Значит, сейчас мы проверим, работает ли тут Android Pie. Или он опять ругнется, как у меня на блюбу Picasso 4G произошло. Он просто не захотел работать. Дадим ему еще минуточку. Как уткнут? Обещали NFC. Что за фигня? Или тут есть и то, и другое? Это было бы интересно. Уткнут в наличии. А, NFC тоже. Вот это прикольно. В этом аппарате есть одновременно, получается, и уткнут, и NFC.
Пожалуйста. В этом аппарате она работает. На этом, я думаю, закончим распаковочку. Дальше уже. Нет, я опять не прав. Это мы потом настроим. Совсем не прав. Люди, если вы начинаете с распаковки, еще существует одна фишка, которую нужно поставить. Блин, как он называется-то? Ну, значит, один вариант только листать мои приложения. Потому что я не помню, как оно называется. Просто есть один пакет для тестирования всех датчиков. Очень хороший. Помогает сразу проверить телефон по полной программе. Вот он. Sensor Box. Да. Первое. Звук. Проверяем, что работает микрофон. Стрелочка должна прыгать. Ой, как плохо она прыгает. Ой, как мне это не нравится. То есть, менее чувствительный микрофон тут, чем в других моделях. Ой, блин, ладно, будем потом проверять. Ну или говорить громче. Тогда микрофон чувствует, ладно. То есть, короче, микрофон здесь чуть слабее, чем во всех моих предыдущих телефонах. Дальше проверим. Дальше гироскоп. Тут он работает. Это радует. Очень даже хорошо. Датчик приближения. Ну, блин, опять. Два с половиной сантиметра. Бывает у них в некоторых моделях 5 сантиметров. То, конечно, интереснее. Датчик света. В общем, работает хорошо. Теперь акселерометр. Работает хорошо. Ну вот и все. Магнит тоже чувствует хорошо. Все датчики работают. Микрофон не самый лучший. Чуть-чуть добавлю громкость. Вот, кстати, для вас, люди, разница. О, прикольно. Это у меня метка в столе закреплена. Если микрофон вот так вот работает, как я вам показал, то его еще можно из инженерки чуть-чуть добавить. Но если стрелка вообще практически не прыгает, то тут уже добавлять бесполезно. Проверка номер два. Переключение Bluetooth. А вот метка номер два. Переключение Wi-Fi. Вот как у меня все весело настроено. Вот зачем можно использовать NFC. То есть пришел домой, провел по двум меткам, все выключено, ты офлайне. Все, Bluetooth вырубил. Ставлю на зарядку, дальше буду разбираться, когда зарядится. Всем пока, удачи, это была распаковка BV7000, и как выяснилось, у которого на борту и HotKnot, и NFC. Ну а так обычный средненький аппарат, но в водонепроницаемом корпусе и с хорошими камерами. Всем пока, удачи и до связи, надеюсь на то, что все-таки вам это нравится и вы подпишетесь.